интересно, зачем слону хобот? Удивительно, но хобот служит слону не только носом и губой, но и рукой. С помощью хобота слон кладет пищу в рот и пьет. Также с помощью хобота слон может освежиться в жару, набрав им воду и выпустив себе на спину, как из душа. Хобот очень силен и гибок, потому что в нем более 40 000 мышц. Заменяющий слону палец, кисть руки и всю руку, хобот способен поднять с земли мелкую монету, сорвать пучок травы или ветку, вырвать с корнем дерево, ударить или схватить врага. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос.